Привет! Это ежедневные новости от Индекс о главных событиях прямо сейчас. Минцифра разработала новый пакет мер поддержки IT-отрасли. Среди них отсрочка от армии для молодых специалистов, а также освобождение от уплаты НДФЛ и льготная ставка по ипотеке. MasterCard начала отключать российские банки. Владелец платежной системы также пожертвует 2 миллиона долларов на гуманитарные цели. Средний чек россиян на технику и электронику вырос на 80%. Среди причин роста – снятие основных коронавирусных ограничений, а также увеличение количества покупок гаджетов из среднего и высокого ценовых сегментов. Крупнейшие кинокомпании отменили премьеры своих фильмов в России. Российские зрители, возможно, не увидят «Бэтмена» и точно не смогут посмотреть «Морбиуса». Михаил Фридман ушел из совета директоров «Вион». Ранее он попал под персональные санкции Евросоюза.